Увидеть красоты сибирской тайги и оценить игру хакасских актеров уже в ближайший четверг сможет российский зритель. В широкий прокат выходит драма «Двое». Съемки фильма велись в Хакасии и на юге Красноярского края, в природном парке Ергаки. Накануне в Абакане состоялся закрытый показ киноленты. На нем побывала Наталья Гармашова. Широкая публика фильм «Двое» еще не видела, однако картина уже транслировалась в рамках ряда кинофестивалей, причем очень успешно. Теперь же в качестве жюри выступит абаканский зритель, исключительно участники съемок и их организаторы. Для них проведут закрытый показ. Читала только в сокращении, скажем, на флайере то, что нам предоставили. Сюжет понравился, захотелось очень посмотреть, тем более, что информация узнала, что снималась в нашей республике. Волнение и гордость за нашу республику. Съемки велись в Хакасии и на юге Красноярского края, в природном парке Ергаки. По мнению режиссера, именно это уникальное сибирское место позволило соединить в киноленте два интересных современному зрителю жанра – драму и притчу, и окутать их актуальной сегодня тематикой – экологической. Мы объехали Алтай, Хибины, Урал, но ничего подобного мы нигде не видели. И я очень давно хотел, я сам из Сибири, я очень давно хотел показать российскому зрителю и вообще зрителю, неважно, какому, настоящую природу сибирской тайги. История наших героев эмоционально совпадает вот с рельефом горной тайги. Фильм «Двое» – это история молодой семейной пары, которая уже переживает кризис в отношениях. Чтобы разобраться в себе, Надя уговаривает супруга отправиться в поход к Целебным озерам. Однако у Андрея свои планы. Он готовится во время путешествия сообщить девушке о разводе. Но все намерения разрушает природа. Из-за проливных дождей герои теряются в сибирской тайге. Работа над кинолентой шла несколько лет, в съемках было задействовано почти полсотни человек. Причем немалая часть актеров для массовых сцен и эпизодов отбиралась в ходе кастингов именно в Хакасии и Красноярском крае. Здесь же нашлись и профессиональные исполнители серьезных ролей – Сергей Доможаков и Валентин Ульчугачев. Я безумно обрадовался, потому что для меня вообще очень большой опыт сняться, во-первых, в фильме, а во-вторых, это поработать с новыми людьми и вообще получить большой опыт. Я видел себя в трейлере и в пробных съемках. Уже заставляет задуматься, что фильм все-таки получился интересный. Узнать, чем закончилась история Андрея и Нади, можно будет уже 14 ноября. В четверг картина выходит на экраны кинотеатров страны. Широкий прокат в Хакасии пока под вопросом. Наталья Гармашова, Дмитрий Кузнецов, «Вести Хакасия».